Сейчас я нахожусь в ИВС. Я снял колонну техники российской, проезжающей мимо моего дома, и выложил в сеть интернет. Через несколько дней я попробовал связаться через бот с администрацией телеграм-канала, попросил убрать видеозапись, потому как не хотел связываться с экстремистскими каналами. Зачастую мы, совершая какие-то поступки, не осознаем, и мы не в полной мере владеем знаниями об уголовной ответственности либо административной ответственности. Поэтому если кто-то на эмоциях, как я, например, совершает какие-то действия, лучше лишний раз подумать, может ли это иметь какие-то последствия для конкретного человека. Лучше пользоваться каким-то разумом и проверенной информацией. В какой-то момент эмоции могут сводить с собой все, и очень сложно воспринять что-то, ну, как-то реальность более спокойно, наверное. Сейчас довольно, ну, сложный период, мне кажется, в обществе. Поэтому, ну, как-то это все копилось. Работать внутри страны, там была возможность, мы работали, старались, но, наверное, военный конфликт – это то, что прямо очень сильно выбивает из колеи любого человека. Незнание закона не освобождает от ответственности, я понимаю это. Вот, но такая ситуация сложилась. И я очень жалею, что так все вышло.